спустимся с севера на Дальний Восток. Я попрошу выйти сюда руководителя дирекции спецпроектов радиостанции «Восток России», или, как у нас говорят, «Литва к России», Ирину Литвак. Номинация ток-шоу. Я полностью убеждена, что в этой номинации нужно вручать призы всем, потому что это такой, можно сказать, умирающий жанр, это очень сложно. Я вам могу сказать, он... Нет, он... Андрей, давай не будем здесь спорить. Номинация ток-шоу, третье место, награждается. Город Смоленск, радиостанция «Смоленская весна». Программа «Пока шефа нет». Ток-шоу, номинация. Запомнили, да? Второе место. Радио «Маяк Иваново», город Иваново. Шоу Данилы Юрова и Любови Козлова. Правильно? Поздравляю. Спасибо большое. И вот знаете, за 3 года участия у нас полная коллекция собралась. Первое, второе, третье место. Ну и, наконец, первое место. Я думаю, что сейчас сюда выйдет город Серпухов, радиостанция АК-ФМ. Программа «Прямой разговор» в рамках проекта «Мобильный разговор». Спасибо всем. Спасибо, кто верил. Спасибо, кто голосовал. Спасибо.